В Иране реалити-шоу... Все будет хорошо, обещаю. ...может заменить истинное правосудие. Надеюсь, мы добьемся прощения, иншаллах. Почему надеетесь, господин? Обязательно. Вы наша последняя надежда. Фильм основан на реальной истории. 3, 2, 1. Студия в эфире. Во имя Господа нашего милосердного приветствую вас в студии. Салам. На той стороне улицы, прямо вон в том здании. Прошлой осенью, если говорить точнее, в октябре жена убила своего мужа. Но это была случайность. Тебя приговорили к смерти. Марьям Камиджани была подругой и коллегой Мона, единственной дочери Насразии. Ты должна сказать, что Зия был хорошим человеком, а Мона тебе как сестра, и ты обо всем сожалеешь. Хочу выйти. Пожалуйста, Марьям, сядь на место. Ялда. Ночь прощения. Если вы считаете, что Марьям Камиджани заслуживает прощения, присылайте цифру 1 на номер 30001. А если нет, присылайте цифру 2. Не переключайтесь. Она врет! Ты была там! Пусть говорит. Это дискредитирует меня и весь наш канал. Остановите ее! Не прости. Ее право. Стойте! Стойте! Я хочу, чтобы она сдохла! Хочу, чтобы ее повесили! Я не стал тебя прощать. Будь ты на ее месте, простил бы. Ялда. Ночь прощения. Фильм Масуда Бахши.